Сюда, куда? Только я не вверх там. Сейчас главная проблема перейти эту трубу. Если что, то... Значит, тут есть бобры. Ну, качки-то этого не вон качки. Уже 20-й год. Я тут включу запись. Я говорю, 20-й год я хожу этой, ну, этой, что там рядом, дорогой близко. Время найти 20 лет, как он умер. 17-го умер, поковали его. Вот он. Снег падал в декабре. Ну, это было в ноябре. Ну, не важно, все равно 20 лет можно. Пирожки страшно распекать. Ага. Значит, цибулю ты уже купила, значит, надо будет... Да нет, только две цибули, слышишь? А для чего? Так, чтобы не забыть? Ну, я буду вареники сегодня на обед давать, мясом. Слышишь? Оладьи со сметаной. Цибуля, кефирчик, сметана есть новая. Я вам сделала оладушку. Будете хавать. С удовольствием. Смотри, где дети и убирают. Ну, будем надо бегать, понимаешь? Нет, один там стоит, убирает. Остальные бегают. Они тут играют, а в этот, как его, в ручной мяч. Типа, да? Да, да. Во. Можно было бы, обычно тут и в футбол играют, маленький, но ручной мяч. Тебе жарко стало? Нет, да, не правильно. Туалет такой приличный. Добрый. Я говорю, хорошо, что тут хоть солнце иногда появляется. Я люблю ездить, но бабушке не повезло. Ездить, когда солнечные дни. Как-то так. Мы вечером пошли. Ну да. Ну тогда вообще был день вроде такой, но что решили, то я говорю, как-то так, ну хоть это смешно говорит, веселей на кладбище ехать. Ну потому что я с тобой еду. Ну да. Теперь ты будешь со мной везде ездить, если не поедешь в свой Львов. Ну что? Вытягивай меня. Я еще хочу, значит, в планах у нас что было? Ну там. Войтку. От Войтку. Еще хочу как-то выбраться в этот на то озеро.
где мы были с нимфой, именно с той стороны, чтобы пойти на ту лавочку. В будний день только. Да, и поснимать там эти новости, посидеть. Вот в этих вот, там же уже все осеннее, можно представить. Там были и лебедь тогда когда-то, но ну, не знаю, что-то в этом году не хотят в Варшаве останавливаться. Вот смотри, это тут можно было бы штучных пятых купить, ну да ладно. Уже, как говорится, смотри, тут переход даже, маленькая улочка, а переход забил. Вот так ты шла потом на этой самой, по ней, как ее, на обпивание, да, как и стула тут по этой улице, да? Угу. Как ее зовут? Уже забыл. Как ее звали? Да. Стася? Станислава, да, Стася. Станислава, значит. А ты договорила отведить ее, ты что, знала ее, знаешь, где она похована? Я знаю, 17-18, там и заходишь... Туда в дорожку, это можно найти. Но мы, к сожалению, ничего не купили. Ну так можем купить. Я с удовольствием хочу пойти. Ну давай, давай, что уже сделать. Как говорится, обвидеть. Чтобы она знала, что мы к ней хорошо относимся. Видели? Фильмова, Народовы, институт. Фильмотека. Аудиовизуальный. Фильмотека Народова, институт визуальный. Я думаю, это просто вход такой красный. А это все здание, типа, оно? Нет, нет. Ну вот это вот. Но оно не соединено, а может соединено? Может, тут такой проход какой-то. Понимаешь, фильмотека Народова, она должна иметь... Страшно сильные архивы. Представляешь, сколько снимали. Начинали еще до революции. Всякие пленки лежат, бобины эти. Просто интересно. Смотри. Варсовия. Ну вот мы пришли. Кладбище с бычками пришли. Вот ты видишь такие таблички, то все погибшие в 1940 году. Полковники, майоры какие-то. Видно, ну это когда немцы-то в 39-м, но видно еще какие-то там сопротивления были. Кузьминовский. Тут звукли так. Значит, сначала мы найдем могилу, а потом я здесь буду покупать. Может, не найду, но я точно знаю, что... 17... И ты что, вернешься потом сюда? Вернусь, это очень близко. Ну, давай. Ну, даже отведаем просто. Ну, посмотрим. И как вот ты дошла до этой, потом там пошла? Вот сюда. Нет, я имею в виду и в костел пошла, там да, дорога. Да, как но мы... я была не одна, понимаешь, нас была целая группа. Они какой-то в курсе справа. Ну они и так не знали, где идти, я им показала. Если сейчас не мокро, мы идем вот тут. Не с этой стороны, а с этой. К тому озеро. Куда? Куда ты идешь? Ну вот тут, вот с этой стороны. Я 100 раз ходил. Давай ты будешь сюда самое доверять мне. Я смотрю, что сейчас не очень уважает. Плачь под ноги. Вот. Нет ничего лучше водоемов. Смотри, и кашечки. У нас хлеба нет. Конфеты они не едят. Здорово. Ну, мы сейчас там их с другой стороны ближе с ними.
Вот тут вот это вот типа речка. Сюда идут. Витя, у тебя ты ли интернету, что ты можешь соединиться и поговорить с кем хочешь на лоне природы? Потратишь гигабайт, ну и что? У меня в аппарате нету интернету, потому я иду. Бедный. Вот в чем преимущество посещения Збышкова Сминтажа, Збышка. Вот тут здесь такая прекрасная природа. О, смотри, смотри, взлетело. Или кто-то. Это и тут и чайки. Чего они тут делают? Сейчас мы. Но тут так позарастало, когда-то тут было голое, понимаешь, почти вот это вот. Но они правильно делают. Зачем это? Ну так я не раз там приходил. Сейчас хочу до него дойти. Я ж тут не раз ходил. Ну, земля немножко влажноватая, уважай. О, стрекозы еще скачут. Кузнечики. Че кто ж там? Живность. Насекомовидная. Вот. Смотри, его обновили. Я думал, ты со мной хочешь. Я думал, что ты уже за мной идешь, а ты там стала, все, боишься. Да. Главное, что вот эти все вещи сделали за ПРЛ. Вот эти ставы тут, бедные, но они пришли в упадок. Но их чуть-чуть, видишь, обновили, сейчас покрасили поручни хотя бы. Тут бобры. Супер. Ну ты это. Неужели тут бобры могут быть? Я хочу посмотреть.